Как комната сейчас выглядит? Ходор еще. Вон, куда другого послушали. Постоянно двигайтесь, больше двух таков не делайте, клички там, и огоньки разносите. NPC сливаем. Что там, мана есть? Мана есть. Мана заебись. Все, давайте начинаем. Маленьких аудиозонок тоже не стоит. Вот, что там с больших сначала выйдите на край. Сугробы упадут, сразу у них вот спешки, выйдите на краешек, и заходим обратно. Ледяные вспышки дела. И добиваем босса. Бегите уже. Да ладно, ты прикинь. Это тебе надо, да? Да, кстати. Да, это самый кто-то. На танке без пуха, вот одна ручка, трепет. Топор тоже нормальный такой. Да. Чё, где не держи? Танчи, мы полный битв. Смотри, отдайте пряников, а? Тыкни. Сзади стол поставил, тыкни. Ну потом, короче. Тыкнуто. Идите, хав. Химик есть? Нету, да? Значит, повезло мне. Что, ты алхимик? Да. Йоу. Ну, танчик. Чё вы? Кто там? Ай, Криз. Кризис, спикнись. Ты куда встаешь? Чё он бегает? Ему сейчас при печати собрать, блин. А, он за печатью... А, забыл печать взять. Нормально. Теперь.
Хэм, хэм. Тринка четкая, падает. Не мешаешь, браво. Да, шея тоже четкая. Она идет как и РДД, так и Кила. Ну вот у меня такая трина лежит в банке. Именно неси. Да я на шамана. Да, шуарно. Да, сейчас бейте пока трэш, я сейчас комнату распихаю, кто пойдет. Давайте вторая. Так, вторая девушка. Вода, Мишка, ты на арене. Первая группа на арене, вторая группа вот в комнату. Да, тебе в хила тоже. На второй фазе вся бронжу. Чего-чего? Бронжу на второй фазе. А, раньше на второй фазе не Геру. Как раз Гера отходит. Все, чек на пол. Сразу вторая группа, подходите. А чё, хэм, да, делаем? Да, да. Сейчас всё этим, не нажал. Вот, что с тобой? А как ты так сделал? Ты завис и, короче, одну ногу, понял, поднял? Он сыт. Чё это за дело? А ты чё, выйдешь с нами, нет? Всё, все готовы, убивайте молодая. Там в комнате влево-вправо входа на дальнем могут смотреть. Все пойдет. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Че, я в комнате, да? Да. Блин. Вы? Что это? Ну, без меня же. Ну, так, понимаешь. Да не нам справиться. Влево уходим. Сложная комната тут, конечно. Видишь, время применения заклинания увеличено на 75%. Мало как постарайтесь не ловить. Это самое. Все сказали. Войт Бернишь надо. Как вы спрыгиваете вниз, я запущу босс. А если риск приготовился, вы сразу на центре стой. Кто первый босс закончит? А, да, конечно, первый. Все, я запустил. Наверное, лови. Все, раньше. Играть прыгаю. Геру. Геру, дайте. Да, Геру. Хера-хера. Вот от молнии уйдите, кто там? Макс, ты в касте. Макс, иди. Погоди. Сумасшедший, да?
5 молний. Где? Где копья надо? Сами не могу их кидать. Вообще когда их нельзя отслеживать. Давай, не закрывайся. Дай секундочку. Добери. Кто там, уйдите, печать возьми, печать возьми. Как, говорите, мертвый у нас. О, вот и шею. И плечи. С плечи все, 8, все с 25-ки отбивается. А, я забыл, да, ты же здесь. Это как бы, ну, можно тоже, но они не висят. Не, я знаю, это вообще потом чуть-чуть хуже будет. Лучше для тебя зонировать. Ну, я так подожди, кто шею забрал? Кому по шее дать? Маг забрал. Кто борзел? Маг забрал. Ну, ладно. Конечно. Но она же не идет магом, мне кажется. Только если аркану. Фрия. Куда? Хантер есть, что тоже зелье. Этих маленьких мобов разведете. Эсрис выкинешь этого большого. Все, залетайте. Бьем звездочку. Бери ставим. Так Марк перчатки же забрал. А эти плечи кто забрал? Плечи? Да, там плечи парни. Я не забрал. Ладно. Так, что там? Еще трэш? Одного танка еще. Да, блин, геры нет. Подожди, это перчатки? Не, подожди, не перчатки, а мишель надо. Шея у Аркона. А, это не нужна шея? Аркона. А, да, блин, да. Перчатки собери, ладно. Да, блин. Перчатки, конечно. А, вы прикиньте и все. А что, Жень, Зерга, да, был? Да, Зерга, будем. Блин, только вот геры нету, давайте. 7 минут, блин. Ну и без геры же заливается. А без геры не завернем или... Зерга, у меня хан есть. Давайте вот трэш убьем, это 3 не откатят. Так нужно, да. А, кто там, один танк, аспирист, ты что, хотел, да? Сейчас спекнуться надо. Пидоров тебе убейте. Главное, вот хан по КД режь у них. У него срез хила. Все, давайте ждем. Три не откатится. Недостаточно. Жек, а как смотреть, когда три не откатится? 50 секунд ждешь и все. Минуту ждешь. Когда она потрогает, я вижу, а когда откатывается, я не вижу. Там что-то полторы минуты где-то. Я хочу сбирать. Где вы там? Я тут. Так. Я тут, тут. Готово. Давай, да. Решки. Под грибы веди, босса, под грибы веди.
никто не сможет ничего сделать, только под грибами. Заведи дальше, чтобы спину убить. А чё, я один хилил? Да. Давайте подойдём. Надо, короче, его подогнать, даже не париться. Ну, типа, я не знаю, как это прохилить, вот честно. Да там, этот, столб появился, и там... АУЕ, короче, все там стоят, там грид был. Значит, надо два танка выхилать, по тактике бить. Дерево под грибами, маленьких по одному, три больших одновременно. Не, в прошлый раз мы же не в десятке тоже зергали, кстати. Да там же как фантанёт, там чё вылезет, короче. Там первый вылезли маленькие точки, мы заглянули быстро. Просто большого никто не бил. Ну, это может повторяться как-то. Как это не... А я бил. Если большого начинаешь бить, это уже не зеркало. Так большого все равно отслит. Ну, меня место. Сейчас просто мы стояли под грибом, и там появился столб вот этот. Ну, все в нем сдохли. Все перебежало уже несколько человек под другой гриб. Остальные сдохли. У тебя Гера есть. Сплотать. Уменьшай. Все, понял. Анмар, стой. Давайте еще раз попробуем. Там же с Гера сплот будет. И все. Хантер, ты сразу же этим выстрелом своим режь её хил. А есть момент? Я регов куплю себе. С какого, с белого или с черного, или с коричневого? Я слышу. Все купим. Тащик на пол. Цветочки, если вылезут, не надо сбывать. Все готово. Осторожно, ты трэш. Сима сама придет туда, на место станет. Все, приготовься. Я. Очень не стоит. Дар. Все. Сразу так. Колечко. Благодарю. Герой. Печать возьми, если мы хрен делали. Пожарник чешок. Давай, бичка. Не, давай, Гетро, мне метрон один остался. Кто-то? Да, давай. Чё?
кольцо забрал. Ну, пару драйв, давай попробуем, че нет. Пожалуйста, искру воображения. Ну, сами договоритесь. Чего это лимпошь, это пожарный? У меня один микрон остался, называя защитника. Ну, на йоге что ж будешь говорить, что давай на йоге делать хм. Дашь кольцо, нет? Конечно, отдам, господи. Дети тебя носит. Спасибо. Вот ты где вообще? Вот один там? Да. Какой ты умрёшь? Да чё вы? Чё? Давай попробуем пару троек позарить. Потом человеку без смертей надо. Так, ну давай оценим ситуацию. Эршам, Холипал. Нет, надо обычные делать. Захилят они неопытные хилы. Ну да, я неопытный. Так что пуляйте, так что? Поехали. Спасибо. А бычку, в общем, да? Бычка, бычка, да. Так тебе и нужна. Шо, блин, издевается над человеком. Так в смысле, шапа, тебе нужна бычка как раз таки. Надо еще лучше. Чтоб не умерли мы. Мы в дереве умрем, да. Ты в обычке можно умереть. Ну, можно? Тебя. Ну, пристой, чё она? Всё. У нас мало времени, друзья. Вы поможете испытать новейшие величайшие... Милики в курсе, да, куда отбегать? И учтите, после того, что... Ну? На, нашу. Я бы... Калк, ты чё? Ё-моё. Бежи, малыш, беги! Где вы все? Я не достаю до вас. Бля, меня вообще не сильно. Так я тебя достаю. Я там... Ты, шо? Я вот там и стою. Возле меня. Ой, ты... Мага Бэринишь? Ой. Сука, разбежай на себя, пустой. Женя, есть Бэр, я вон рядом с тобой справа. Да, я другого Мага Бэринишь. Спасибо, Слава. Сейчас давайте, кто на рейндж, я на рейнджу остаюсь, все остальные под боссы. Там лапу дайте по возможности. Все, спасибо. Как ракета полетит, там кто есть на рейнже, так под боссы сам. Да и пиздец, мы здесь сделали. Все, как это полетело? Да, я не успел даже обстрелять. А че ты лут поставил, ты их урал? Он автоматом здесь так стоит. Автомат. Все, ТД. Голова. Красота, правда? Я называю это непревзойденной воздушной боевой единицей.
под нового тоже бьем. Я, лава где? Все, три части одновременно. Герои, а герои без героя. Кончи босса дома. Дело больше. Я не вниз. Чё, генерал? Генерал? Там легче, там БДК у меня увешает. Ну, там подождать поры, там дозабить не надо. Чисто когда в лужу заходишь, побил. Два хила будем, потому что мана еще мана кончится. Ну калка хила. О. А, облишуюся галерею. Чё, плюс ноль будем делать? Плюс ноль, конечно, да. Меня мало маны. Не достаю, слишком далеко. Хит-хит-хит-хит-хит-хит. А чё ты третий должен? А чё третий? Задачу. Типа два плохая примета, да? Ну спасибо. Как по мне, самое красивое место Ульдуэра. Ульдуэр? Ну да, интересно сделано. Готовы захиливать? Три пачки. Да не стоит. Иди. Я пока не могу использовать эту способность.
Блять, на секунду 100к было. Да, я котом делал 100к. На дракончик. Дайте это. Я себе жадный. Надо подождать. Кого? Да все уже. Ники смогали. Кто не знает, что такое запах сырнита и кинхоба? Плюс. Да ты знаешь. Ну, тинефобия — это не попасть под стрелу, которую босс кидает. Сиранита запах — это не уешать вокруг босса. Когда пары появятся такие сиранитовые, их нельзя убивать. Из них появится элементаль. Там 2 минуты или 3 ждать надо. Чё, один танк, айстрис, ты в кота, 2 хила. Да, давайте со мной рушим. Один маг любой, я буду. С другой стороны маг, хантер и холипал. Остальная по боссу. А как тут? Это... Бой, как тут Ризи, айс Риз. Как тут химично попали мне сесть? Никак. Значит, смысла нету, это самое, вам вставать по 2 человека. Вы 4 человека просто в одной точке стоите и все. Потому что все равно нужно будет получать баф от этой стрелы. То есть заходить в эту лужу черную, чтобы вы больше дамажили. Чтоб мана была, чтоб мана резалась. Мана резается только в саранитовых парах, в обмен на жизнь. В черных лужах мана не резается. Да. На чек на пол у вас мана пол. Жень, маг на рейсе играет или нет? Я прослышался. Че? Маг где играет? В звездочке или нет? На рейсе, скорее всего. Хорошо. Я просто прослышал. Ну, не, холипа, давай. Восполняй маму по фулу. Майстрис, мы тебе сбить коста. Да, запах сорнита, ты хрен. Только не убейте, масуха, не бейте. Кто там, Хризи там, Шем. Ага, заменил. Так, у него гора. И все. Все, чек на пул. Все, кто и это зеленый луч друг от друга. Бегайте от босса и друг от друга. Начинай. Разверну его весь стул, как бы. Смотрим за стрелой. Кого падает.
На шамана уходим. Опять хмели с нами. Смотри, ты чё? Я на другой стороне вообще пустой парень. Вот видите, не отбежал. Вот разбегайтесь, разбегайтесь друг от друга. На трофине. Вот лучи опять разбежались друг от друга. И дальше босс. И все. Ну хватит летать. Смотрите, сейчас температура сегодня или что? Следующее прилетело, бегите. В зоне более осторожно, без вихри. Да, рядом с ним не бегайте. Видите, вы все сразу же. Разбегайтесь друг за другом. Маму там экономьте на сорнитового стража. Еще ждать его минуту фикс. Бомбы не вешайте только на босса. Маги. Не вешай. Пока что побиваем, там ляма полтора оставляем. Какие полтора ляма, это десятка. Да, кругом пир. Чё? Ну в десятке полтора, это много. Где мы дадим еще? Кашка, да. Гер, ты герой только, маме. Ну стопайте, маме. Ну всё, стопните, ляма, осталось. Убейте вообще, пахнет. Ещё сколько? 40 секунд еще. Можно автоатакой стоять, просто бить. Что прист делает, лол, я ору. Прист, у тебя все нормально? Я говорю, полторы секунды эти, то там, то тут, блин. Я почему-то уже когда лечу, я вижу. Так ты смотри, босс поворачивается. То есть с таким отношением... Семь секунд, пять секунд. Босс отхилился, можно подбить хорошо. Ну давай, не забудем. Сейчас сорнит и страж будет. Да и срить заберешь на себя. Геру, дай ведь. Что? Он опять отлетел. Бьем стал ваш пьяный покуда, или я хуй знает. Чё, Геру? Геру? Геру, Геру. Не сводите много, блин, я немного понял. А тотем на маму не смог поставить? Но не восстановить, по-моему. Мама, схиль. Все, босса. Убегайте, убегайте, разбегайтесь. Все, прожмись. Ебать, прожимайся. Прожимай что-то, блядь. Пиздец. Защита снижена. Сейчас крита убьет его просто. Убито. Изи. А что там? Дерьмо. Знаешь, как вино будет? Не чую, обычно им дают. Да и вообще вы любишь. Вой, задачи. Вой, сам. Я бы ролился. Бездна не будет. Ладно, давайте. Кстати, почему Void? Это типа от слова процедура? Чё? Ну типа Void это процедура по-английски. Нет, нет, это бездна. В доте, короче, вот есть персонаж.
Давайте с ману убивайте. Да, вдоль, вдоль. Смотрите по комнатам. С правой стороны первый я захожу, и Вова справа дальний. С левой стороны, кто еще там присылал? Маг, Кризифилакс первый, слева, дальний маг. Давай я тоже в ДД буду, пусть все на в одного танка будет. Ты справишься в одного танка ведь, в первую фазу, и вторую, ой, и третью. У нас дамага, да, я мобы будут падать за 5 секунд. Давай, не знаю. Каску отмените. И босса быстрее убьем. Я бы в комнату пошел вместо кого-то бесполезного. Давай, не... вместо ШП тогда. Да, чтобы ШП. Тогда смотри, правая наша сторона тогда. Ты дальний, я ближний. С левой стороны ближний Фурик, дальний маг будет. Большие щупальца внутри, на второй фазе РДД заливают, то есть остается потом Хант, ШП, маг. Миленький, маленький. Третью фазу все бьют босса. Беру по третьей. Что, два хила что ли, или что? Ну, останься в два. Кстати, я хз, можно, может, в одного? Так, ты пишешь первую эту фазу, надо прохиливать танк. Ага, ну да. То есть, проходим, проходим. А че, я в какой пошел? Нет же, дамаг. А, ты правый, получается, дальний. Я правый ближний. РДД стоим в РДД за ним. Милики с трэшем забирай. Забирай. У нас один милик, пусть тоже стоит в РДД, лишний дамаг просто не получает. Тут такой хуйней, я резко. Готовы. Как он стоит? Я не знаю. Его было рвение Сары, он поджал в миле и сдох. Просто стой в РДД, блядь, тут 200к хп. Не бегайте. Не бегайте, не двигайтесь. Кризи, ну двигайся. Просто не нужно. Сейчас помогу одного мишка. Пизи, твой левый справа, о, левый первый, да? Портал. Хорошо. Блять. Можно ложиться? Да, ложитесь. Ложитесь, давайте два танка. Диван дайте. Не бегайте, но не надо. Багает. Не надо никакого. Да два танка это хуйня бесполезно. Просто лужи согрели. Бегай, шевелится кто-то, блин. Но я не шевелился, прилетела эта каст не сбитый в меня. Хуй нахер каст, там просто убили одного моба, за ним второго и возможно еще третьего. И прилетают эти три херни, а у ей и все, и нет у вас. Ну конечно, извиняюсь, но ваншоты не похиливаются. Так это понятно. И эти касты это вообще хуйню они кастуют. Они когда взрывают, когда умирают, взрываются, и тогда только дамажат. Там 15 тысяч. Когда взрываются? Да. Там сразу да. Несколько взорвалось, 2 или 3. Да, смотри, вот у меня уже мая 20 кх по мне. Ну, под бафами там 25, может будет. Две плюхи, две нет. Тебя убил моб, 20 тысяч ударил. А стрела. Ну, у шамана. А стрела бьет. Сейчас скажу. 8 тысяч. Так нет, моб. Стрела бьет 11500, вот и кольцо, когда они взрываются, бьет 15. Подожди, подожди. Меня моб убил, когда уже мы падали. Типа, когда ты уже упал, скорее всего. У тебя миллизоны, у тебя физатака он убил 20 тысяч. Ну вот, это когда мы уже падали. Так-то я жил.
А вы про кого говорили? Про танка, что ли? Про кого? Да, пролезь. Вот, Хризифилакс. Хит 38500. Ну, дело в том, что он встал в мелизоне и получил баф рвения Сары, который увеличивает урон от тьмы по нему. И получил вместо 15 тысяч, два раза больше. 38 тысяч, он там почти 40. Он сначала стоял в РДД зоне, и когда я и побежал в мили, и сразу сдох. Просто надо стоять сейчас в звездочке и не шевелиться. Да эти плюшки вон бьют 7 тысяч, они прохиливаются легко. Ну, эти все, пойдем. Сейчас погоди, пройдут. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите вот и стойте, не шевелитесь. Против его прислужников. Только что же смотрели детали смерти, там эти стрелы бьют 8 тысяч. И пусть они летают. Что ты шевелишься? Десятки нет смысла мелизоны бегать, у них всего 200 хп. В нашем ГС сейчас теперь, конечно. Ну, в одного милика он больше туда-сюда пробегает. Давайте сейчас смотрите, кто по порталам, сразу же с той стороны тусуйте. РДД большие, тяжелые, маленькие милики. Красиво, справа. То фигню все дискольте. Спак, не сбегайтесь. Черепка там уходит. Задохнитесь собственной ненависти. От черепка отходите. От следующего черепка. Меня. Пак, давай-ка. Вези. Бля, зоны урод. Еще их портал заходить. Да стойте. Идите по порталам. Встали по кругу. По квадрату. Сейчас пройдет, он сейчас пройдет. Там двое сбегает. Все, встали. Главное, подключим еще не поговорить. Заходим. Хильте сами себе. Ну, спать там бежит. Сука, ну один добейте, где там? Ебать. Ебаный рот. Четко вы по той стороне бегаете. Ебать, все просто поймал. Сколько секунд у нас? 12. Где вы там все ходите? Лол. Выходим, 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 выходим. Себя в этот. Выходим. Да, блять. Блять. Отхиливайтесь. Бейте щупальцем, да. Плюстрим. Надо подождать. А, кто там с вами? Дай ману, ману, дай срочно. Ну беги сюда! Лол, ебать.
задохнитесь собственной ненависти! Это 25 осталось. Убейте удушающий шупальц, сейчас хант сдохнет. Мак, ты стоишь большой, бьешь, блядь. Ману мне заливали, нет? Я буду заливать. Использовать эту способность. Мне не хватает. Недостаточно энергии. Переводим. Выходим к нему. Ко входу все. Ну, со стороны входа. Поворачиваемся. Залил? Вижу. Около меньше 20, поворачиваемся, 25. Шипой, дай дим на ману, когда отвернешься. Ты уже ждавал. Ладно. Без команды. Зрик. Пак там под на ком-то, да? А, это зеленый черт. Нет, это мог простой. Гера есть? Да, есть. Гера, ты говорил, ждавал. Отвернулись. 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 Вернулись. Кто-нибудь сошел с ума или нет? Да. Пиздец. Вон меч прикольный. Ну, меч, да, ничего такой на самом деле, хейзи. Че, на церкви у остальных пойдем, нет? Ну, на этих. Кто там остался? Мы уже весь им снесли. Че, никого не осталось? Да. Нет. Нихуя себе. Давайте я вам портал дам тогда. Заходите на это. Ресники плавно магии. Ну если у меня у креста кулдаун, я уже получал за десятку ИП, то я уже не получу креста, правильно? Да. На мага тогда кинь. Че, никто не будет заходить? Нет. У меня три не сроговал. Надо кого? Прыгай, Жень. Толстый. Да, спасибо. А че за тренер такая? Че она призывает?